Молодой человек! Молодой! Молодые ламы! Вам, может, спасательный круг там кинуть? Или, Кать, Кать, тащи спасательный круг! Кать! У меня нет спасательного круга! Чего они там забыли вообще? Лодку тогда, я не знаю, давай их на лодке спасем. Он, вот этот непонятный торговец. Запрыгивай, 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 запрыгивай в лодку. Запрыгивай! Да в лодку запрыгни! Ладно, как хочешь. Мне кажется, им и так там нормально, не надо никого спасать. Да они поди торгуются с этими, с утопленниками. Пусть занимаются бизнесом. Это же межтуристический торговец или Ну, короче, он со всеми торгуется. Межгалактический. Да? Межгалактический. Стражи Галактики. Ладно, пускай он там торгуется, а мы с Катей будем заниматься тем, ради чего мы пришли сюда в предыдущей серии. Ради чего? Точно. Чего замок ради? Замок подводный. Подземный. Да, подземный. Подземный замок. Замок Эндера, если в двух словах. Давай, Катюха, иди сюда, прыгай. Прыгай, давай быстренько. Оп. Опа. Во, молодец, ну чуть голову себе не раз... Это что сейчас было? Мистер Крипер. Как я удачно тебя столкнул в яму. В общем, многие думают то, что если мы пойдем к Эндер-дракону, если мы его убьем, то тогда сезон закончится. Какой сезон? Катя еще не знает, даже Катя до сих пор не умеет верстак. Очень много сейчас вопросов организовалось у меня в голове. Разрешите поинтересоваться, что это сейчас было? Занимался своими делами, нечаянно приручила кошку. Ну, я забыла, что они приручаются. Такая, о, киска, держи рыбку. Вот так вот, бац, и покормила рыбкой. Она такая, о, я приручилась. Я такая, ну ладно. Я тебе решила не говорить, думала, она не пойдет за мной. А вот, как бы, она сейчас, видимо, спрыгнула и немножечко сгорела. Ну, совсем за чуть-чуть. Мной пошла. Да, а я-то чувствую, кошатиной запахло горючей, вонючей. Черт. Да, неловко вышло. Бывает, это я аж растерялся в эту же секунду. Ладно, Катюх, давай прыгай на блок, будем с тобой копаться по очереди. Так вот, я не договорил, потому что мертвая кошка меня отвлекла немножко. Многие думают то, что если мы пойдем к Эндер-дракону, если мы его убьем, то сезон выживания на этом закончится. Я надеюсь, то, что мы сейчас выкопаемся вообще где-то. Нет! Я слышу этих. Так. Опа! Оп! Мы а почему мне. Почему мне ачивку не дали, а тебе недреманное око дали ачивку? Потому что я первее. Сзади, 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 Игорь, сзади, Игорь! Игорь! На собака! На собака! На собака! Помимо того, то, что мы сможем найти портал к Эндеру, помимо этого, в этой крепости еще много всяких полезных вещичек есть. Мы тут можем и книги зачарования найти. Мы тут и алмазы можем найти. И все остальное, Катюха. Поэтому давай за мной. Ты где? Ну если бы я знала еще, где ты. Я сзади тебя. Да, давай мы с тобой не будем друг от друга уходить. Опа, там еще и обычная вот эта шахта находится. Шахта? Да. Неплохо, неплохо. Так, давай за мной. Золото. Да ставь ты это золото, да не будь. Да ты уже себе я никогда... Помоги мне вылезти. Вылезай. Простраивайся, простраивайся. Расстраиваюсь. Дай мне, пожалуйста, до конца уже договорить то, что я хочу сказать. Даже если мы в этой серии сможем найти портал, даже если в этой серии мы сможем его активировать, даже если в этой серии... Ну мы в этой серии не будем же убивать Эндер-дракона. Как бы мы лохопедины. Нет, рядом... я не готова, я не готова убивать. Я не готов его убивать. Опа, сундучок, сундучок, да, постой, сундучок, стой. Подожди, подожди. Сзади, скелет, 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 убивай! Убивай! Да что ж ты прячешься-то от него, не убиваешь, не могу понять. Я просто забоялась немножко. Забоялась. Давай сюда, тут сундук. Какой сундук? Где? Что там? Покажи мне, дай покажу. Там ничего не было, там ничего не было. Я видела, там алмазы были. Сколько штук? Две. Ну, честно скажи. Два алмаза там было, честно. Ой, мистер Крипер, не заходи, не заходи, не заходи туда. Здравствуйте. А я там с другой стороны внизу книги были.
Да? А, да. Кстати, да! И давай сюда ко мне. Быстренько, быстренько, быстренько. Давай. Вон, видишь книжки? Ёхами баба. Опа, там сундук! А в сундуке... Можно мне, пожалуйста? Да пожалуйста. Ни черта нет в этом сундуке. Ну, книги только. Ну, книги, ладно, давай тогда дальше. Опа, там еще один сундучок. Давай сюда. Чародейская книга «Огнеупорство 3». И ты ее опять забрал себе, ну, да? Такое, ну да, я как бы ее себе опять забрал, потому что вряд ли она нам пригодится, нафига нам огнеупорство. Согласна? Ну, может быть, это мы не будем сгорать заживо, как кошка. Ну, кстати, разве что, спускайся, Катюх, и давай потом пали дальше. Игорь! Здрасте, ёха, не бабай. А чё тут... Свет нужен, свет, давай. Давай за мной дальше. Ты ищи, самое главное, портал, и самое главное, не теряйся. Как он выглядит-то? Да, как? Тихо! Портал выглядит так, как портал. Ну, то есть с порталом. Вот примерно как-то вот так. Запомни. А, ну хорошо, ладно. Поняла. Портал как портал. Да. Да куда мы вообще идем-то, у меня такой вопрос. Ой, Кать, давай обратно. Обратно. Почему? Да потому что там три зомби, на кой фиг нам с ними сражаться? Давай за мной. Какой он огромный, как мы вообще здесь не заблудимся и все успеем пройти, посмотреть. Да, вот я не знаю. Главное, следуй за мной, и возможно мы с тобой что-то успеем в этой жизни сделать. Что, опять сундук, опять? Да там фигня, там эндер жемчуга и больше ничего полезного нет. Давай, я не верю тебе. Да там ничего нет, я тебе зуб... О, железный шлем, мне надо поменять, мне сейчас как раз сломается. Так, там здесь у нас... были алмазы. Пишите мне, пожалуйста, что там были алмазы. Там не было алмазов. Подожди! Да я сказал же, подожди! Ой, как книг много сразу. Чародейская книга удачи... Чародейская книга удача 3, сила 4. Нифига. Ё, а что такое, что было? Это тебе или мне? Ну, это мне, это тебе. По очереди мы будем что-то чарить. Так, здесь еще один сундучок, и в этом сундучке... Тут здесь две книги! Покажи, нас... покажи, ну где ты? Сверху, по лестнице залезть, наверх, вот я. Вот сверху! Давай как залезай. Залезть? Ну, там лестница есть. Эффективность 3 и отдача 2. И... починка! Мы зачарим какую-то шмотку, и она больше не будет ломаться. Это надо мне. Это не... Это то... И мне как бы тоже надо. Давай с этого начнем. Все, давай, пошли дальше. Ну, да. Так вот! Я могу до конца вот это сказать то, что я хочу. Многие думают то, что если мы убьем Эндер Дракона, то тогда сезон закончится. Нифига подобного. Катя до сих пор еще толком не умеет полностью играть в Майнкрафт. Опа, еще один сундучок. Ну что там опять? Ну железо, все, тут больше ничего нет, кроме железа. Так вот, Катя не умеет... Еще один сундук! И опять железо! Пока мы Катю полностью на все 100% не научим играть в Майнкрафт, и пока я даже полностью на все 100% не научусь играть в Майнкрафт, никакой сезон не заканчивается! Потому что нам с вами, ребята, еще... Ой, как много всего надо... До свидания... Я нашел портал! Я нашел портал, Кать! Да! Так быстро! Ну в смысле так быстро? Серия уже идет минут 10 чем-то! Так. Я не пойду туда. В смысле? Почему нет, это ты... Нет. Я не пойду. Почему это ты не пойдешь туда? Давай ищи меня и пошли, ты давай. Ты понимаешь то, что мы с тобой вообще там прострём? У меня даже, блин, носков, по-моему, нет. Да мы не пойдем к Эндеру, мы просто активируем портал. Давай. Хорошо, иду. И тихонечко, не спеша, потому что здесь много... Криперов, ёханый бабай. Смотри, вдруг по сторонам где-то еще сундуки будут. Здесь все возможно. Хорошо, смотрю. Давай крыс вали этих, вали крыс. Это крысы? Ну нет, это чешуйницы, но я их крысами называю. Вот понятно, так. Я первый раз такое вижу. Подожди, давай мы не будем эту фигню ломать. Возможно, мы их потом поубиваем. Где? Собака. На! Блин, вообще, что это такое? Главное, чтобы сейчас ничего не взорвать. Да я ничего не понимаю, собаки, хватит меня бить. Всё. Да не ломайте блоки. Ой, такие мерзкие. Да я крыс этих ломаю, блоки тоже сами по себе ломаются. Все, тихо, успокойся. Это вот это оно? Это оно.
Ты меня чуть-чуть не столкнула в лаву, собака! Что нам сейчас надо сделать? Нам надо активировать вот этот весь портал, и только после этого в него можно будет спрыгнуть. Спрыгнуть туда в лаву? Ну не в лаву, тут портал активируется, и мы сможем в него попасть. Что-то не активируется. Да потому что его не так активировать надо. Фу, их еще больше стало. Да хватит лезть, вылезать, успокойтесь. А чё вы так появляетесь-то, я не могу понять. Да может быть они откуда-то и вылазят, может заткнем дырку эту? Подожди, я сломаю, какая разница, все вот так. Все, тихо. А вот этот блок можно сломать? Не надо, не надо. Выброси мне все эндер-глаза, которые у тебя есть. Выброси. Только не в лаву, а мне выброси. Ага, ага, молодец, молодец, молодец. Сейчас я вот это все беру и все это соединяю с огненным порошком. Вот так вот. Я сомневаюсь, что там здесь хватит, хотя посмотрим. Короче, смотри, у меня 14 глаз эндера. Сейчас нужно взять и все. Это вот так расставить. Магия. Опа, опа. Главное, аккуратно, котёнок. Так. Сейчас что-то будет? И последнее. Ты готова? Да. Давай. Какая крутотень. А ну иди посмотри, что там такое. Скажешь... Это дракон! Там дела нормально в этом? Там эндер-дракон. А, ну давай убивай его тогда, я пока здесь постою, подожду. Ты офигел? Кофе что попью. Да убей ты. Не видно. Убей эндер-дракона, чё как лохопедина. Ну возьми, убей мечом. Ты офигел, иди сюда скорее, ничего здесь не вижу, я спряталась. Ой, у меня там дел много, я пойду домой, там надо чебурака накормить, надо... Мы же все же с тобой, Катюха, затупили подписчики, нормально объяснили в коем-то веке на сей раз в комментах, то что их, попугаев, надо посадить, чтобы они танцевали, а то мы их даже не садили. Ты там убиваешь эндер-дракона или нет? То есть ты меня сейчас оставляешь здесь, в неизвестном мире, а сам идешь танцевать с попугаями? Да. Я ухожу. Тут столько эндерменов. Я сейчас хочу к ним подойти. Не надо. Что говоришь? Говорю, не надо к ним подходить, просто эндер дракона убей, да и все. Так я его слышу, но я его не вижу. Да просто позови его, я не знаю, убей его. А, вот, сейчас, подожди. На, какашка. На. Ты реально эндер дракона убиваешь? Сейчас, подожди, на. Ой-ой-ой. А я уже тут понадеялся, то, что она все же его реально убьет. Ты дома? Я дома. Я тебя, блин, вообще сейчас обижу сильно. Ты зачем бросил? Ты где? Иду домой, подожди, скоро буду. Тебе жареной конинины захотелось или что, я не могу понять? Конятины. Конинины. Аккуратней с конининой. Так, подожди, где наши попугей? Пошли за нами. Здравствуйте, ёбаный бабай. Олечка, пошли. Здравствуйте, ёбаный бабай. Оля, пошли. Опа, забирай свою. Какая Оля, это Юля. Юля, не Оля, перепутал. Так, вот смотри. Юля, слезай, или Оля, как тебя там? Да, слезай, садись, все хорошо, я жду. Катюха, давай сюда, тащи своего Романа. Он на мне? Он на тебе. А это что за попугай? Повернись. Что это за попугай? То кошки, то попугаи. Что за двойные, блин? Подожди, а возможно, они что, клонировали, что ли? Ну ладно. Да, давайте. Нет. Третьего попугая я не выдержу. Не-не-не, они и так слишком гавкают. Посади его, посади быстро, посади. Молодец. Стой там. Я прямо сейчас тащу пластинку. Где пластинка? Вот так. Знаешь, что говорили? Говорили то, что
Вы слишком скучную музыку им поставили, слишком скучную. Они под такую музыку не хотят танцевать. Прикинь? Какая есть, такую ставим. Какая? Вот именно. Они еще выбирать будут. Вот это скучная музыка, вот это не скучная. Все, да, если они в этот раз не будут танцевать, мы... Это бан, это бан. Так, давай. Раз, два, три. Это какая-то наркомания. А вот это для них веселая, да, музыка? Вы дураки? А другая пластинка есть? Подожди, а ты хочешь сказать то, что под каждую пластинку они будут другие танцы, да, исполнять? Нет, хочу показать то, что они будут и под скучную музыку танцевать. Кстати, да, просто мы их в предыдущей серии не посадили, поэтому они не танцевали. Пожалуйста. На мне танцуют? Не, они только вот так, когда на земле танцуют. Ладно, все, хватит. У меня вопрос вот к этому попугаю. И у меня вопрос, откуда этот попугай. Мне кажется, какой-то сбой в Майнкрафте произошел. В смысле у тебя два попугая? В смысле у меня два? На тебе сейчас сидят два попугая. Неплохо. И они так же крутят башкой, как и ты крутишь. А ну посмотри вниз. Вниз посмотри. Вниз. Знаешь, как будто ты трехголовая гидра. Спасибо. Книги с очарования. Не зря же мы сейчас ходили вот в эту крепость. Столько книг у нас. Ёханый покажи, бабай. Какие книги есть, Милка. У нас подожди. две книги на починку. Можно мне одну книгу для меча, пожалуйста, на починку? Можно, хорошо. Мы тебе зачарим меч на починку. Тащи лазурит, мать. Давай быстренько иди тащи так лазурит. Так у меня вот лазурит здесь, а, держи. А ну давай. Мы просто с Катей посоветовались, давай. Если Катя зачарит свой меч, то он у нее зачарится на отдачу 2. На кой фиг ей отдача 2, согласны? А если я зачарю ей ее же меч... Выкинь еще два лазурита. Если я зачарю ей меч, то тогда у меня он будет на заговор огня. Это намного лучше, чем отдача. А что такое заговор огня? Мы сейчас посмотрим. Добыча 3! Заговор огня 2! У тебя добыча 3, у меня даже добыча 2, у тебя 3. То есть тебе еще сейчас намного чаще будет всякая фигня выпадать. Выпадать из меча? Выпадать из монстров, которых ты убиваешь. Держи. Вау. Вот все, теперь пошли на починку делать. Ударь меня, вот ударь. Видишь? Вау, круто. Поджигает каждого, кого бьет. Короче, смотри, иди сюда. Держи починку, чарь свой меч на починку. Тик. Починка. Класс. Ушел, посмотрел, ушел. Слушай, у меня есть важная информация. Так делать нельзя, конечно. Это просто, я не знаю, это край, это грань, это просто пипец. Помнишь, мы обещали, что сделаем мне випку, если наберется 100 тысяч лайков на серии выживания? Я помню, под каждой серией мне уже говорят то, что Эдисон, мы набрали 100 тысяч лайков на какой-то там серии, которая вышла 2 месяца назад, где Катина вебка. Вот-вот. Кто-то нашел серию выживания, на которой уже было 100 тысяч лайков. Серия вроде там, где мы с тобой приручили лису. И эта серия, вот эта серия выживания, она вышла до нашего челленджа с вебкой. То есть на той серии уже было 100 тысяч лайков до того, как мы запустили челлендж. То, что если наберем 100 тысяч лайков, то мы Кате купим вебку. Если даже Катя мне об этом говорит, то что это нечестно, потому что, ну, нифига себе решили нас обмануть. То есть решили нам толкнуть ту серию, на которой уже 100 тысяч лайков было, вместо того, чтобы набирать новые 100 тысяч лайков. Вот именно, поэтому нужно было после того, как мы сказали, набирать 100 тысяч лайков. Либо на той серии, где мы сказали, либо следующей серии. Челлендж начался вот с этой серии. Вот, проклятая броня. И на этой серии у нас уже почти 86 тысяч лайков. Так давайте мы лучше на вот этой серии добьем 100 тысяч лайков, нежели будем обманным каким-то путем добиваться того, чтобы мы Кате купили вебку. Если даже сама Катя, которую мы должны будем покупать вебку, говорит, что это нечестно. Да, я говорю, что это нечестно. О, сейчас мы кое-что сделаем. Проверим мой меч. Ну-ка, иди сюда.
Эй! Я его убила мечом на огонь, а он не поджегся. Чё за фигня? Так может, потому что он в воде был? Как утопленник в воде гореть может? А куда мы плывем, Катюх? А давай на ночную рыбалку. Давай на ночную рыбалку. Туда, куда глаза глядят. И давай нашу, давай нашу пиратскую песенку напоследок. Давай. А это какая? Придумай какую-то пиратскую. А, пиратская песня, хорошо, пиратская. Мы пираты. Я не умею придумывать песни, я хочу рыбачить, остановись. Дай нормальную песенку нормальную напоследок, спой подписчикам и спей тоже. Твои глаза чистые, как небо. Это не пираты. Опять утопленник, я его сейчас подожгу мечом. Ты пчела, я пчеловод, мы любим мед, мы пошли в огород, там кот.